приблизительно в это же время, это где-то между 486 и 425 годом до нашей эры, действует, живет и волнует умы отец другой науки, отец истории, Геродот Геликарнасский. У нас есть книга издательства «Эксмо Москва», «Мидгард», «Санкт-Петербург», 2008 год. «История Геродот». Ну, собственно, отцом истории Геродота называется Цицерон. И это отражает, собственно, две фундаментальные позиции в древнейшей исторической науке и вообще в системе философских знаний, к которым, собственно, и относится древняя история, которая заключается в оценке деятельности этого античного писателя-историка, более поздней, безусловно, которая, с одной стороны, приписывает ему величайшую роль в становлении истории как науки, как самостоятельной ветви философских воззрений, превратившихся в некую системную идею исторического исследования, которая в какой-то степени развивается и приобретает более четкие очертания уже в трудах Фукидида и более поздних историков. А вот, скажем, с другой стороны, у многих философов, начиная там с Аристотеля и многих других, иногда выражается совершенно полярная точка зрения на то, что Геродот, увы, был довольно примитивным исследователем, именно как исследователь, что он руководствовался не историческим подходом в формировании своих исторических представлений и взглядах, а событийным, что многое, что было связано с деятельностью Геродота, было по существу переизложением тех не совсем достоверных свидетельств, которые он получал из самых разнообразных и не всегда проверенных источников. Порою современники обвиняли Геродота в явном вымысле. И это было, наверное, несложно сделать, учитывая, что ведь на этапе своего зарождения история как научная дисциплина, она ведь была во многом неотделима от мифологической основы всей системы античных знаний. И поэтому очень часто реальные исторические события пересекаются с деятельностью божественного промысла того или иного. Это мы уже говорили, когда обсуждали литературные труды великого Гомера. И там уже упоминали вот эту самую связь, обусловленность вот этих героических произведений неким божественным промыслом, участием этого божественного промысла в деятельности человека, ну, вплоть до того, что сама Троянская война была спровоцирована богинями, боровшимися за известный приз, который говорил бы о том, что они самые прекрасные из богинь. Ну, так вот, этот, так скажем, античный анекдот очень хороший показатель того, что, в общем-то, все античные философы, все античные историки, все античные писатели, даже тот же Гиппократ, не могли быть свободными
вот мифологических представлений, которые были главенствующими в мировоззрении античных народов. Они, безусловно, питались из одного и того же, этого самого мифологического источника, и в своих трудах не могли оторваться от этого, так скажем, главного источника. И отсюда и сама история, как некое происхождение от божественного начала, от Клио, богини истории. И поэтому мы не будем задаваться целью опровергать или, конечно, так сказать, полностью доверять Геродоту, а будем руководствоваться тем, что при всех возможных недостатках, всех возможных искажениях и всех возможных отсутствии объективных знаний, которые были у греков относительно других народов, Геродот ввел каноническое историческое письмо, которое выразилось в его истории в совершенно прекрасных, литературно опять-таки выраженных, которые, безусловно, также подвергались многовековой обработке литературных текстов, которые рассказывают о множестве исторических событий, связанных и непосредственно с Грецией, связанных с событиями, так сказать, войн между греками и персами, и связаны, как это неприятно для нас, наверное, звучит, с теми сведениями, которые Геродот получал о наших предках южных, о скифах и других народах, проживающих севернее, так сказать, собственно, среды обитания греков и близких им народов. И, конечно, это древнейшая история Греции, собственно, как таковая, происхождение греков, это в том числе пелазгические, так сказать, основания и многие другие, которые дают нам развернутую картину истории Древней Греции до Геродота, по крайней мере. И не только, я повторюсь, к Древней Греции. В книге, которая состоит из 9 частей или 9 книг, которые названы, собственно, по названию греческих богинь, покровительниц искусств, Клио, Ифтер, Паталия, Мельпомена, Терпсихора, Эрата, Полигимни, Уране, Калиопа. Вот эти 9 книг и содержат всю систему исторических знаний, которые обобщил и представил Геродот. Конечно, здесь много событий, которые сразу, так скажем, бросаются в глаза и сразу могут быть определены как некая, если не псевдонаучность, то, по крайней мере, мифологическая, так скажем, мифологический взгляд на мир, на окружающую действительность. Во-вторых, конечно, Геродот не ограничивается только лишь историей. Конечно, мы можем сегодня говорить о том, уже с высоты нашего времени, что здесь заложено основание и на самом деле многих других наук. Здесь есть и основание географических воззрений древних, здесь есть и, безусловно, основание других более поздних наук, таких как этнография, этнология и многих-многих других, которые, ну, на самом деле вырастают в процессе развития исторического знания уже в более поздней эпохе. Но вот, так сказать, некая, если не системная, то, по крайней мере, в определенной степени архаичная вот такая систематизация различных научных представлений под общим содержанием книжным,
оно имеет место быть в этой книге. И это еще одно из ее, на самом деле, достоинств, а не недостатков. Ну и, наконец, конечно, мы не должны забывать о поздней критике Геродота. Вот было бы удивительно, что современники и потомки, ну, не столь дальние там потомки, 100-200 лет там отстоящие вот Геродота, будут высмеивать некоторые его представления и критиковать его труд. Но было бы при этом удивительно, конечно, что это не сделают, конечно, практически наши современники, то есть историки, начиная, там, скажем, с эпохи Ренессанса по 20 век. И, безусловно, таких критиков было очень много, которые самым различным образом препарировали Геродота, в том числе высказывали сомнения относительно принадлежности отдельных частей его произведения собственно одному автору. Были такие, которые, значит, критиковали метод Геродота, там, так сказать, исторического исследования и так далее, и так далее. Но все это критика шла с позиции тех знаний, которые были современны для того или иного критика. Это было бы, конечно, крайне удивительно, если бы мы эту позицию сегодня с вами разделили, потому что было бы смешно сегодня, например, требовать, чтобы на уровне Архимедовой или даже Ньютоновой механики мы бы сейчас требовали от них представлений квантовой механики. Просто каждая наука в своем развитии приближается к открытию новых совершенно состояний, новых систем знаний, которые в той или иной степени опровергают систему знаний предшествующих или, по крайней мере, отодвигают ее в некую другую, более узкую область применения. Но это вовсе не значит того, что эти представления можно в связи с этим считать ложными и никчемными. Ведь мы знаем, что на открытиях Архимеда базировались очень многие практические механизмы. Точно так же на открытиях Геродота становилось научное исследование историческое, которое приобрело даже уже в античности и до нашей эры, и, безусловно, и после нашей эры, то есть в новое время, характер системных научных знаний. И без этого бы не было античной истории в целом, которая, безусловно, дает нам самую важную составляющую наших знаний о античном мире. И просто без этой истории, основываясь только на одних, так сказать, культурных источниках, связанных с художественной литературой, с поэзией, мы бы никогда не вынесли тех системных представлений, которые мы сегодня имеем об этом древнем периоде существования цивилизации человека. Поэтому уже даже за все то, что содержится в этой книге, мы, безусловно, должны быть благодарны Геродоту и увидеть древний мир, прочитав эту книгу его глазами. Мы, нисколько не сомневаясь в том, что не все его источники верны, тем не менее, видим действительно, по крайней мере, образное отображение глазами человека современного тем событиям, о которых здесь идет речь. Или, по крайней мере, не отстоящего от него, от этих событий на 2000 лет. И это дает нам совершенно другое восприятие
о исторической реальности того времени. Поэтому, конечно, читайте и перечитывайте Геродота для того, чтобы понять природу человека, природу того, как человек меняется с течением времени, как возникают многие, так скажем, представления, которые в современном обществе являются образующими представлениями человеческой цивилизации, такие как, скажем, та же этика, философия и так далее. И, безусловно, мы всегда можем провести параллель между историческим прошлым и настоящим, видя и все недостатки, которые свойственны человеку, человеческому обществу, и которые наследуются из поколения в поколение и неискоренимы, к сожалению, на протяжении всей истории существования человеческого рода.